Компактная насадка на ствол для подсветки трассерных шаров Brighter C от фирмы Acetec, производство Тайвань. Корпус насадки выполнен из алюминиевого сплава, передняя и задние крышки выполнены из пластика. В комплекте есть сам трассерный модуль, инструкция, переходник со штатной резьбы М14 отрицательная, как на большинстве приводов М4 серии, на М11, как у пистолетов Glock 17 от VE. USB кабель, он нужен для зарядки. И запасная передняя крышка в случае, если вы потеряете или разобьете штатную. Данная насадка работает от встроенного литий-полимерного аккумулятора. Зарядка аккумулятора происходит через USB-порт, который находится под передней крышкой. Включение насадки происходит автоматически, как только шар попадает внутрь насадки. Выключение насадки также происходит автоматически, для этого нужно ее оставить в статичном положении на какое-то время. Благодаря своим компактным габаритам данная насадка является идеальным вариантом для использования на стрейкбольных пистолетах.